Добрый день, дорогие друзья! С вами арт-галерея Капучино, аукцион 4М, Одесса Творческая, Одесса, французский бульвар, 33, Одесская киностудия. С вами арт-галерист и куратор Алекип. Сегодня у нас анонс субботнего аукциона, который состоится традиционно в 19.00 15 декабря. Долгое время меня спрашивали, почему на аукционе не выставляются мои работы. Я специально их не выставлял для того, чтобы была возможность у других художников продемонстрировать свое творчество и попытать удачу. Насколько им повезло, они расскажут вам сами, когда вы с ними будете общаться в прямом эфире и задавать им вопросы. Сегодня у нас анонс субботнего аукциона, и на этот аукцион выставляется 5 лотов. Первый лот стоит за моей спиной, а окорочка. Куриная окорочка. Что может быть проще в искусстве? Да? Повседневная еда, которую многие любят готовить, жарить и кушать, я запечатлел в этой работе. Работа получила очень такую широкую огласку. У нее многотысячные просмотры, когда выставлялась в галерее Капучино. И снимали мы об этом небольшой фильм, маленький короткометражный. Люди по-разному реагировали. Любая реакция мне была приятна, даже если меня и критиковали, и говорили какие-то гадости. Это все в пользу искусства. Критикуйте, говорите, высказывайтесь, не стесняйтесь. Главное, не ругайтесь матом. Иначе я буду тоже ругаться. Итак, окорочка, 2015 год, холст масло, акрил, 80 на 60, первоначальная цена 16 500 гривен. Всего на аукционе будет 5 картин. Напоминаю о том, что ценители искусства, галеристы, кураторы, коллекционеры могут с сегодняшнего вечера регистрироваться на нашем сайте gallery4m-gallery.com. Вы можете оставлять свои контакты для того, чтобы наши администраторы связывались с вами и пересылали более детальную информацию о картинах, которые будут представлены на аукционе 15 декабря в 19.00. Итак, переходим к следующему лоту. Я сегодня один без помощника художника, мне приходится за двоих отвечать. И за себя, и за того парня. Следующий лот на аукционе будет «Поздний цвет» и «Голубая ромашка». Работа выполнена 2016-2017 года, холст масла МДФ, размер 76 на 44. Первоначальная стоимость 12 500 гривен. Работа выполнена в экспрессивной манере. Яркие, насыщенные цвета передают осень раннюю. По сути, конец лета, когда все отцветает и зацветает в этот период. Поздний цвет – это голландские цветы. Я когда был в Голландии на пленэре, я привез себе несколько луковиц, вот они у меня растут и зацветают каждый раз на мой день рождения. Ровно в день моего рождения цветут удивительные, большие. Они похожи чем-то на крокусы, только в несколько раз крупнее. И абсолютно без каких-то листиков у них такой. Очень изысканный цветок. Работа очень интересна, украсит любую коллекцию. Работа ранее не выставлялась. Она демонстрировалась только видео в интернете либо в интернет-магазинах. Впервые она демонстрируется на широкую аудиторию. Так что можете задавать свои вопросы нашим кураторам, и они на них ответят. Следующая работа, которая будет представлена на аукционе, из серии «Одесса готовит обед». Зеленый лук. Некоторые шутники это называют борщевым набором. Мы им прощаем эту шутку. Что конкретно готовил художник, он уже не помнит. Это было создано в период 2009 года. Здесь неоднократно переписывался нижний фон. И об этой работе мы уже упоминали в контексте создания копий картин, постеров. Вот это оригинал. Размер работы 40 на 50. Работа создана в 2009 году. Холст масло. Первоначальная стоимость 19 000 гривен. Работа ранее демонстрировалась на выставках в
том числе галерея Капучино, демонстрировалась в Музее западного и восточного искусства в Одессе и ряд других выставочных площадок. Очень интересная, насыщенная, яркая, гармоничные цвета, оттенки, подчеркивающие вкус одесской кухни. Желание и любовь, с которой я написал эту картину, передается на полотне, и я с удовольствием поделюсь с вами этой работой за скромное вознаграждение. Следующая работа, которая будет представлена на аукционе, это инжир. Работа создана в 2016 году, холст масла, смешанная техника. Здесь есть элементы левкаса, аппликации ткани. Размер работы 50 на 60. Работа ранее не выставлялась. Очень яркая, очень насыщенная, глубокая. Вот ощущение просто реальности, и хочется прикоснуться к этому инжиру. Здесь не только инжир изображен, здесь и другие ягоды, которые созревают поздним летом. Она выполнена ближе в голландских цветах и оттенках, и манере. То есть это достаточно глубокие, такие приглушенные тона. Работа будет прекрасно смотреться в любой коллекции и в интерьере. И украсит. Мне даже жалко в определенной степени с ней расставаться, она у меня так замечательно висела на кухне. Как бы приятно, когда на кухне у тебя висит сразу 10 натюрмортов. Ну, что только не сделаешь ради искусства и ради родного аукциона. Даже приходится представить на аукцион собственную работу. И последний лот, пятый, это работа 2018 года. Груша и граненый стакан с перчиком чили. Граненый стакан не пустой, он наполнен. И, как вы понимаете, приятной жидкостью, которая улучшает качество нашей жизни и поднимает настроение. Работа была создана в мае. У этой работы есть своя история. Я расскажу о ней в прямом эфире, как она создавалась. Она непростая. Вот. Расскажу ее в сегодняшних параметрах. Значит, груша, граненый стакан и перец чили. Работа 2018 год. Холст акрил. Размер работы 1,80 м. Первоначальная стоимость 21 500 гривен. Можете задавать вопросы нашим администраторам. Они вам вышлют подробный ответ. Пришлю точную фотографию с разрешением. И мы ответим на все ваши вопросы, которые у вас будут интересовать. Ждем всех на аукционе 15 декабря в 19:00, где в течение получаса ваш покорный слуга будет рассказывать о тех работах, которые он создал и представил на этот аукцион. О том, как я их создавал, о том, что я хотел донести до зрителя и почему именно были выбраны эти образы. С вами был Алик Ветров, клуб «Время и мысль». Арт-директор Татьяна Лебедева, Одесса, Французский бульвар 33, Одесская киностудия. До новых встреч!